что раскороновали вора в законе Сашу Северного. Какой интерес к раскоронации Саши Севера имел Шакра Молодой? Негласного хозяина криминального мира Тверской области Сашу Северного на сходке воров в законе лишили воровского титула, о чем сразу сообщили всем авторитетам и положенцам Тверской области, что Сашу Северного больше не считать вором в законе. Сходку собрал и провел давний конкурент по Тверской области, вор в законе Волчок. В ней также приняли участие вор в законе, Пичуга и ставленник Шакра Молодого вор в законе, Вася Воскрес. Между Волчком и Северным давно уже пробежала кошка. Волчок имел свои интересы в Тверской области, но никак не мог пошатнуть авторитетные позиции Северного, который многие годы был негласным королем этого региона. На сходе Северному инкриминировали несколько вещей. Многие воры в законе были недовольны медийностью.